штате Миссисипи неизвестные убили двух католических монахинь. Две пожилые монахини были найдены зарезанными 25 августа в Дюранте, штат Миссисипи, где они проживали, передает «Седмица». Сестра Маргарет Хелт и сестра Паула Мэрил работали профессиональными медсестрами в одном из сельских графств штата. Губернатор штата Миссисипи Фил Брайант, выражая свои соболезнования родственникам и друзьям убитых, монахинь назвал погибших драгоценными душами. Дельберт Хоземан, представитель государственного секретариата, по поводу случившегося сказал: «Безграничная любовь и забота о человечестве были встречены беспрецедентной дикостью. Эти верные монахини неустанно работали в медицинской клинике, чтобы сделать общину графства Холмс и Миссисипи лучшим местом для жизни. Мы надеемся, что справедливость быстро восторжествует».